Всех приветствую, мои родные, любимые, веганы, христолюбчики. Все, кто познал истину или жаждет ее познать. Я хотел затронуть такую тему, я никогда о ней не говорил. Это домашние животные. Ну, ролик, сколько позволит символов, я назову. Типа, святое порабощение что-то, или добровольно-принудительное рабство. В истине или во Христе. Ну, в общем, мыслей много, чего, какие все набегут, напишу еще в описании. По поводу домашних животных. Как должен жить мир? Кто хоть когда-нибудь читал книгу «Бытие», и не важно, что там мало подробностей, каких-то тонкостей, нюансов, но люди светлые или стремящиеся к свету из всего этого прочтения могут для себя выяснить простые элементарные истины, о которых я все время говорю, ну или истине одной, которая в трех сущностях бытия. Первое – это бессмертие. Ну или хотите свобода, я всегда в зависимости от контекста ставлю их на первое или на второе место. Ну, по сути, человек даже свободен принимать или не принимать суть бытия такую, как бессмертие, хотя принимает он или нет, от этого суть бытия не меняется. Его даже суть, природа человека не меняется, он будет жить вечно, как и все Божье творение, ибо Бог всячески во всем, а он вечен. Ну, положим, что пусть будем сегодня говорить о том, что бессмертие – основа всего. Бог просто есть, он был, есть и всегда будет. Убить, уничтожить его невозможно. Свобода. И свобода что? Избирать добро. Свобода очень важна. Помимо избрания свободы выбора человека между добром и злом, есть просто человеческая свобода. Что такое просто человеческая свобода? О чем я говорю? Свобода от всего. Как мы все сейчас на этой земле, в мире, лежащем во зле, страдаем от того, что мы просто нуждаемся в еде. Если мы не поедим день, два, три, пять, нам будет плохо, хуже, хуже. В оконцовке, в принципе, человек умирает голодной смертью, да? То есть смертью от того, что он перестает потреблять пищу. Соответственно, воду то же самое происходит еще раньше, да? И человек нуждается в чем? В одежде, потому что ему холодно, ему зябко, или наоборот жарко, ему нужно укрытие. Ему ветрено и так далее, да, то есть мы не можем находиться на морозе, мы не можем на жаре находиться, да. Хотя я много раз говорил, посмотрите на природу, да, нас окружающую, на животный мир. Почему есть звери, которые не боятся холода? Почему могут тюлени жить под водой, а белые медведи жить на Северном полюсе и купаться в той же самой ледяной воде? И сюда к Богу вопрошал и вопиял: «Господи, ну почему ты не сделал меня вот как у медведя с прослойкой жира? И чтобы я не боялся холода и не нуждался в одежде, да? Почему ты мне не сделал там с орлиным взглядом, как у птиц, да? Ну, орла, ну, тавтологично сказал, орлиный взгляд, да?» И так далее, и так далее. То есть мы видим, что нам не хватает для совершенства человеку много чего, да? Мы медленно бегаем, мы очень слабенькие, по сравнению даже с разными видами животных, да, мы там болеем, страдаем, ощущаем боль, да, и ты всегда вопрошал, ты, ну, я о себе говорю, думаю, что многие из вас делали подобное же: «Господи, почему все это, почему человек такой беспомощный, немощный, а получается не свободный, он зависимый, он раб, он зависит от того, от всего, от третьего». Уберем сейчас все мироздание. Конечно же, счастье или истина – это синонимичные слова, и счастье в жизни – это получение удовольствия. А удовольствие мы получаем, помимо эгоистичных, как их называют, хотя они не являются плохими, как это вы часто слышите. От меня, я думаю, много раз слышали, что само получение удовольствия, кто возводит в грех, это люди, ничего не познавшие в истине. Бог сотворил человека, а прежде всего райскую землю, и сказал, чтобы он от этой райской земли что делал? Получал всякого рода, какое только можно, удовольствие. Есть только один критерий, барьер, до которого имеет право доходить свободный в выборе добра и зла человек. Он имеет право получать удовольствие только до тех пор, пока эти удовольствия начинают причинять кому-то страдания и боль. То
То есть не получать их за чей-то счет, за счет их страданий, слез, скорбей, возможно, даже самой жизни. Вот тогда этот человек должен остановиться. А так, пожалуйста, делай все, что хочешь. Да. Кайфуй от жизни, вот, любуйся природой, любуйся человеком, ибо он часть природы, да. Радуйся жизни, пей, ешь, веселись, душа моя, да, как Павел говорил, правда, там он в отрицательном, конечно же, контексте говорил, но, я говорю, вы знаете, все надо с рассуждением, да, вырыванием каких-то мыслей у кого-то, стихов, строк, слов, от того, что мы манипулируем, не сделают нас лучше и не сделают нас счастливыми, мы сами себя и других будем обманывать. Почему Павел говорил там в отрицательном контексте, а если в положительном, то действительно человек создан для радости. И эта радость, конечно же, невозможна без любви и быть любимым. Причем тоже очень часто почему-то люди неправильно живут, исповедуя вещи. Ну, не до конца бывает правильно или совсем неправильно. Любовь и Бог – это не просто любовь жертвенная. Бог нуждается в нашей любви. Мы нуждаемся в Божьей любви и в любви Бога во всех его, через все его проявления, в том числе и людей, и животных, и природу. Поэтому счастье, на самом деле, оно полноценно. Оно в любви и быть любимым. Тот, кто только отдает, никогда не будет полноценно счастлив. Бог, конечно же, в одной стороне, это понятно, что ни в чем не нуждается, как и мы все. Мы можем остаться одни, да. Но это не полнота счастья. Полнота счастья в абсолютной любви всех ко всему. И вот посмотрите, сегодняшний ролик, конечно же, будет посвящен вот этой вот свободе от внешнего всего, чего угодно. То есть вообще зависимости. И, конечно же, мы видим, что... Посмотрите обязательно. То, что я сейчас скажу, у многих перевернет сознание, потому что либо вы об этом не думали. Если даже вы со мной не согласитесь, я буду рад, если вы хотя бы над этим вопросом поразмышляете. Вы знаете, основная масса людей, она тупо ни о чем не думает. Как бы это сейчас ни казалось скучным, банальным, тривиальным, и кому-то, может быть, покажется даже с моей стороны какой-то, да, опять наездом или клише. Нет, основная масса людей действительно не задумывается. Ну, она думает, что пожрать, как я сейчас сказал, в хорошем контексте. Точно так же она это делает и в плохом контексте, да, эти слова можно привлечь. Мы думаем только о том, что только пожрать, да, попить и куда, простите, я скажу, прямо посрать. Вот и все. Или на кого. Вот это у нас тоже. Это вся наша суть. Вот. Конечно же, я буду рад, если это видео заставит кого-то хотя бы задуматься над этим вопросом. Но со своей стороны, конечно же, могу сказать, что я вам скажу абсолютную истину. Принять или нет, это ваше дело после размышления. Ибо эта истина сделает вас свободными и счастливыми. Я это гарантирую после того, как вы решитесь ее принять и пойти этим путем. Еще раз обращаюсь к первой главе книги «Бытия». Бог не творит первым человека. Бог творит природу. Разве она нуждалась в руках человеческих? Нет. Написано, что Бог создал такую прекрасную вселенную сам, естественно, да, будучи благим, абсолютно совершенным и прекрасным. Бог сделал абсолютно совершенную и прекрасную вселенную. То есть проявился через видимый так называемый мир. Сначала свет, воду, воздух и так далее, да. Сейчас не будем в этом ролике вдаваться опять, кто интересен, вопросы времени. В начале было бытие, не было, что вперед, материя или мысль. У меня есть ролики в плейлисте «Бытие» на этом канале «Христолюб» или «Проповеди вопиющего в пустыне Вегана». Обратитесь к этому плейлисту, найдете подобные видео тоже с интересными моими мыслями. А по поводу того, что, допустим, мы сейчас с вами размышляем во времени. Вот Бог сотворил этот мир. Разве он как-то крутился с помощью человека? Или эта природа нуждалась, Бог в этой природе, так скажем, проявившись, нуждался в Божьей заботе? Нет. Разве потом, что все остальное Бог творит вот от всех этих... Ну, как мы наживаем, мне просто не нравится тоже там неживая природа или какая-то грубая материя. Неважно, Бог всячески во всем. Свет, вода, земля, из земли всего просто полным-полно, из воздуха, воды и огня, и чего только нет у нас, да, все это всякие комбинации, симбиозы,
и т.д. и т.п. Их производные. Потом Бог так называемый творит живой мир, да, ну, начиная от всяких микроорганизмов, допустим, заканчивая действительно высочайшими, так называемыми, разумными животными, которые сотворены, эти разумные, особенно высочайшие животные, как их называют, в один день с человеком. И в этот же день, в один день, Бог творит и человека. Но опять же, прежде чем сотворить этих там высочайших существ, Бог творит там, ну, земля творит уже по Божьему повелению, на самом деле все делает Господь, да, уже многих пресмыкающих написано, рыб, птиц. И мы знаем с вами, что прекрасно, кто хоть как-то интересовался какой-то там природой, миром природы, зверей, что те же самые птицы очень умные, да, рыбы, неважно, крупные, мелкие, такие, как там дельфины, киты, это очень умные, развитые, с интеллектом порой превышающим, говорят, даже человеческие, где-то в каких-то местах, но это, может быть, ученые перегибают, но действительно, по крайней мере, они такие же, как мы, да. Ну и так называемые, да, их там по-разному, я не буду сейчас сдаваться, кто-то меня начнет поправлять, кто этим более глубоко занимается, какие-нибудь там позвоночные, непозвоночные, как их там делят. Мы видим, что определенных животных Господь творит даже в один день с человеком. И когда Господь творит человека, в принципе, Он не говорит, что все это нуждается в тебе. Но так как Господь творец, то есть Он же все это тоже делал, Он не потел, не уставал. Труд доставляет настоящий труд, то есть деятельность, действие. Человек что-то делает. Мы куда-то идем, что-то смотрим, мы дышим, мы бежим, мы идем, мы смотрим, мы слышим. Мы делаем, стучим, копаем, мы что-то делаем. Мы что-то создаем, красим, рисуем, рулим. Мы всегда что-то делаем. И это, знаете, все это еще так по-детски сказано. И хочется, чтобы люди вырастали, конечно, в познании, в сознании. Это не то, что повеление Божье, это часть природы. Вся природа, как мы видим, все время что-то творит из себя. Все время делает, делает, делает. Точно так же и человек. Это повеление, оно внутри человека, потому что Бог и есть человек, а человек и есть Бог, и все вокруг нас Бог, и Бог всячески во всем. Поэтому Бог, конечно, ждет точно такое же повеление, как мы видим, в принципе, а животные что не творят, но тоже творят. Скажут, они не изобретают, тоже изобретают. Кто, я говорю, увлекался и как-то интересовался хотя бы природой, вот этими всеми вещами, тот знает, что ученые все больше и больше, когда изучают, удивляются. Ну что, кто такие ученые? Они ничего не придумывают, они лишь описывают то, что уже есть. Вот и все. Кто знает, даже все наши достижения, какие-то так называемые новые технологии, зачастую, да почти 100% взяты из природы. Из наблюдения где-то, как что-то происходит, мы это пытаемся каким-то механическим путем создать, что создал Бог там, да, уже и так. Мы просто пытаемся это копировать, зачастую в каких-то других реалиях или плоскостях. Не удивляет, что я так о домашних животных ролик глубоко начинаю. Кто меня знает, тот знает, что роликов коротких у меня не бывает. Я стараюсь тему раскрыть так, чтобы уже у человека не осталось пустого места в голове. Стараюсь сразу ответить на все вопросы, которые могли бы потом последовать. И вот человек, конечно же, призван Богом как своего образа и подобия, своего дитя, своей копии, клона, да, как хотите, творить, радоваться этому творению. И что? Естественно, как самому высшему существу из всего Божьего проявления, еще и обо всем слабом, да? Человек обладал абсолютной властью. Это сейчас нас, в принципе, может там носорог забодать, да, стихии нас повредить. То человек обладал абсолютной властью. Но, кстати, власть это была не рабовладельская, вот именно, а власть любви. И ничего в мире не хотело и не могло причинять человеку зла. И поэтому все, что ему нужно было, свою власть распространять на все, это власть любви и заботы. Поэтому Господь сказал, что все это вверено тебе в попечение, да. Возделывай и храни, то есть созидай. Много подобных слов, и неважно, как до нас дошли разные переводы на разных языках. Кто читал хоть когда-нибудь первые главы книг Бытия, тот понимает, о чем я говорю. Общий смысл и дух нам всем просветленным или хотя бы стремящимся ко свету ясен. И вот на основании книги и мироздания, естествознания, естественно, личного богопознания, я и всегда и вывожу вам те истины, которые, в принципе, внутри вас, если бы вы захотели, вы бы сами
до них дошли, Бог бы вам помог, если бы вы включали свои мозги, шевелили извилинами или, как говорят, там, да, серое вещество немножечко шевелили, теребили. Так нуждается кто-нибудь? Разве Бог мог создать кого-то от кого-то зависимым? Нет. Бог — абсолютное благо. Мы очень любим говорить, что Бог независим, Бог — абсолютная свобода, Он ни в чем не нуждается, даже в человеке. Так если мир — это образ и подобие Бога, разве Бог мог создать мир? Я говорю, он рабский, потому что кто-то от чего-то зависим. Нет. Бог создал абсолютно свободный мир. К чему я подвожу? Про человека мы все, мы когда глядим на себя, все, я говорю, примеряйте к своей шкурке, смотрите, как все становится просто и понятно. Я говорю, мы вообще в этом мире после грехопадения, мы просто стали рабами, рабами собственного зла, которого во весь мир. Ведь откуда эти страдания? Откуда природа ропщет на человека? Земля была проклята за человека. Сейчас об этих словах проклятия не будем говорить, смысл понятен, да? Это не Бог ее проклял, а она сама... Ты ее проклял, человек. Конечно, богохульники, я их прямо так буду называть, все приписывают зло Богу. Вы знаете прекрасно, что Бог зла не творит, именно потому что человек сотворил зло, земля и была им же проклята этим человеком. Это он ее проклял, это он ее не оценил, это он ее изнасиловал, это он ей причинил зло и страдания, убив первое животное. Человек сам этого не захотел, поэтому весь мир стал против него. Все эти болячки, даже которые у нас, которые мы якобы там не видим, или видимые повреждения, с нами происходят только потому, что вся природа, вся земля не то что восстала, а как и действительно, сначала природа, вы помните, всегда читайте Библию прямо наоборот, как это читают религиозники. Бог благ, а человек зол. Ну, может быть зол, но он зол, да. Когда мы станем как боги, тогда к нам будет подходить определение «может быть», то есть только потенция. Но она, в принципе, это слово и к Богу подходит. Бог может быть зол, но Он выбирает абсолютное благо всегда. И мы призваны стать точно такими же. И вот потом, вы помните, когда человек не может умерить свою ярость, терзает просто, насилует, убивает животных, мы видим, что уже после потопа Бог, так скажем, еще меняет природу, но на самом деле это не Бог ее меняет. Когда тебя бьют по голове, ты от этого убийцы, дурака, драчуна, насильника бежишь, просто сломя голову. Конечно же, когда человек стал все вокруг себя рвать и метать, мы видим, как после потопа уже в природу зверей, которых человек просто терзает, естественно, у них уже на природном уровне, раз тебя по голове, два, три вдарили, они начинают, естественно, что? Ненавидеть человека, ненавидеть зло. Я где-то сейчас применяю такие слова, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, ненавидеть. Ну, так и есть, так, в принципе, даже в 9 главе, пусть этих современных переводах, так и описано, что да страшится тебя всякая тварь. А как же она не будет страшиться, когда он ее режет, рвет на шкуры, на мясо, на лекарства, да, и на прочее, на издевательство, на гордость житейскую, чтобы повесить голову у себя где-нибудь в чулане. Безумный человек. И природа, конечно же, начинает просто ужасаться от человека. Это мы такие безумные идиоты, безжалостные, абсолютно потерявшие всякое сострадание к себе подобным. Так как же все это можно изменить? И что такое домашние животные? Домашние животные – это ужасная вещь. Для кого-то сейчас покажется, может быть, странными мои слова поначалу, но я вам рекомендую досмотреть ролик до конца. Кто такие домашние животные? Почему они вдруг стали домашними? Все это похоть человеческая. Откуда появились домашние животные? Это человек, вы знаете, это все равно, что взять человека, я вам попытаюсь на простых, мы очень, когда почему к людям, я говорю, люди понимают, только на животных сразу у него мозги отключаются. Я говорю, ну что ж ты такой тупой-то? Ну это все равно, что человека взял, отрубил ему руки, ноги, сделал его в своей комнате домашним. Ну представьте такого человека. Беда многих родителей, которые не могут после совершеннолетия, половозрелости, зрелости духовной и телесной своих детей отпустить на волю.
приняв, что они стали такими же человеками. Хотя сами мы хотим такой свободы, мы ее требуем от Бога, потому что Бог сам так свободен. Я, вы видите, буду вот так по кругу ходить, вокруг этой свободы топтаться. Сегодня ролик будет посвящен именно этому. И именно тема свободы, как одной из сторон истины, раскроет нам вопрос, почему домашние животные – это зло. Почему делать домашних животных – это зло. Это принудительное делание беспомощного существа. Посмотрите на домашних животных разных видов. Они абсолютно аналог так называемых животных в дикой природе. Разве кошка не живет как-то и не выживает в дикой природе, в лесах, зимой? Ее не кормят китикатами, ее не кормят колбасой, ее не кормят яйцами, молоком и сыром. Ее вообще ничем не кормят, она сама где-то добывает себе пропитание. В снегах по голову нормальному человеку. И они живут в этих лесах, не только в жарких, но и в холодных. Каким образом волки добивают, а это собаки, еноты там какие-нибудь, добывают себе еду, лисы, это все семейство собачьих. Домашняя собака, как говорят, непригодна для жизни без человека. Так кто их такими сделал? Почему мы кролика заводим, и все, он становится беспомощным, но уже берем из там у кого-то, кто разводит кроликов, почему-то заяц спокойно живет в дикой природе и зимой. Почему кто-то заводит крыс домашних, но крысы уличные, дикие, живут просто так? Почему-то мы заводим корову, а ведь есть простые коровы. Почему-то мы заводим, ну, дикие коровы, так назовем. Я их буду называть дикими, ужасное слово на самом деле. Все извратили. Человек пытается подать, что то, что он одомашнил животных, он сделал хорошо, он сделал ужасную страшную вещь. Он сделал специально инвалидов, таких рабов, над которыми может господствовать. Разве лошади не живут в дикой природе? Я недавно ездил в Кавказский заповедник, кто знает, там пытался по горам лазить. Пожалуйста, там полно диких лошадей. Они живут там круглый год. Разве у свиньи нет аналог, как называют дикие свинья, это кабан? Кто их сделал и для чего? У курицы разве не живут перепелки и всякие там эти птицы? Дикие. Я не всех знаю, и я говорю, кто просто изучит этот вопрос приблизительно хотя бы, тот поймет смысл. Зачем делает это человек? Зачем тебе беспомощное существо? Я специально буду еще дальше тянуть аналогию детей и родителей. Разве нормальный родитель будет счастлив, если его ребенок... Есть ненормальные родители, есть мамочки растят своих, как говорит, маминкин сыночков. Она и до 100 лет хочет им управлять, руководить, чтобы он у ее ноги присмыкался, чтобы он был беспомощным. Она его еще будет тыкать, что он беспомощный, что он никудышный. Этим она будет его унижать и вот именно таким и делать. И именно этим она будет удерживать. Именно потому что она его с детства долбила, что он никчемное существо. Что без мамочки он не справится. Разве эта мамочка адекватная? Нет. Разве такие папочки адекватные? Нет. Разве они должны вырастить детей, способных к самостоятельной жизни? Конечно, должны. Разве человек, который делает из животного, неспособное к жизни в природе, которую сотворил Господь существо, разве человек сделал благом? Нет. Все, что мы видим в современном мире... Вы меня спросите, что сделать, вы знаете мои проповеди, я никогда не говорю, что просто все везде плохо. Я вам дам ответ, что нужно сделать. И как мы можем все это изменить. Хотя бы мы должны попытаться. Светлые святые души обязательно что-то делают. Это люди деятельные. Просто я сначала хочу, чтобы вы приняли эту истину. Хотя выбор, конечно же, остается за вами. Добро это или зло? Домашние животные. Конечно, светлым святым людям хочется общаться не только с людьми, не только с невидимым Богом. Ему хочется общаться с животным миром разных уровней. Ему хочется и птичек красивых видеть и трогать, и рыбок, и млекопитающих всяких разных. И всяких разных, потому что каждая в себе в самом удивительно и неповторимо. Нам хочется созерцать прекрасную природу. И такую, и сякую, и горы, и леса, и речки, и моря, и все прекрасно.
Первое, что должен сделать человек, и чего не должен был делать в раю, это не делать зла. Путь истины и жизни святого человека, он очень прост. Уклоняйся от зла, это вообще табу, и сколько можешь, сотвори благо. Для меня ответ на вопрос, зло ли или добро приручение, так называемое, и одомашнивание животных, так называемых дикие, очевидно, что это зло. Потому что теми методами, кто знает, какими их содержат, зачастую все равно это господство, это гестапо. Что в деревнях, так называемые, их хоть тоже очень делят, вы же знаете прекрасно. Почему-то собачку в России нельзя кушать, свинюшку можно убить и сожрать. В Корее, в Китае, пожалуйста, можно сожрать и собачку, и кошечку, содрав с нее шкурку и разрезав ее труп. Вы видите, люди, это не имеет значения, где это там или там. Немного какие-то нормы колебаются, но смысл один и тот же. Это абсолютное зло. Более того, кто знает, есть такой простой закон, а как знает, вы все это на своей жизни знаете, что дело не в том, что когда у человека много вещей, говорят, ой, он там богат, у него столько всего. Вы знаете, что вещи делают человека вообще-то несчастным. Владение, господство делает человека несчастным. Чем у тебя меньше всего, чем у тебя меньше, чем, зачем надо смотреть, тем ты счастливее. Ты сам делаешься зависимым, значит, ты сам делаешься разбом, значит, ты сам делаешься несвободным, и ты сам становишься несчастным. Я думаю, что все из вас, которые хотя бы пару минут поставят сейчас мой ролик на паузу или вообще... подумают, я всегда говорю, над идеальным миром, какой они бы представили. Что такое идеальный мир? Что его не устраивает в этой жизни? Я думаю, что все из вас убедятся в том, что идеальный мир, Царство Небесное, которое всех нас ждет после покаянной, то есть измененной жизни из грешников в праведников, это царство, где все доступно. Где все есть. Не надо работать от слова «раб». Не надо думать, где тебе спать, во что одеться. Не надо думать, как за кем-то следить. Нигде нет страха. Ребенок, как написано в Библии, в разных писаниях, будет ходить и играться со змеями, с львами и тиграми. Где не будет страданий, где не будет опасности. И не надо будет переживать ни за что, потому что нигде нет страха и угрозы. Где все живет само собою. Да, ты трудишься, мы все что-то хотим делать. Труд от слова творение, трудиться, творчество, труд, созидание. Мы и там будем что-то делать. Это не значит, что Бог сделает плохое небесное царство. Нам просто нравится что-то делать. Мы все в своих домах что-то делаем, делаем свои маленькие уголки. Мы рады кого-то пригласить в этот уголок. Ну, в этом мире разделить не только счастье, но и горе. В будущем мы будем делить друг с другом только счастье, как писал Иоанн Богослов, благодать на благодать. Такое вот красивое словосочетание, действительно. Вот такой вот мир. Каждое животное должно гулять само по себе, как и каждый человек. Применить это к человеку. Разве хотели бы, чтобы друзья или родственники, или какие-то люди от вас зависели? Разве вы не желаете им счастья? Вы, конечно же, помогаете. Друг приходит, просит взаймы до зарплаты. Ты даешь, и, может быть, даже и не взаймы, если ты просветленный человек. Ты говоришь, друг, ты же мне брат, как я тебя буду занимать? Возьми сколько надо. Но ты хочешь, и ты спрашиваешь, чем тебе помочь. Как я могу сделать, чтобы ты больше не приходил, как говорится, да? Чтобы ты, если приходил, наоборот, мне давать или еще кому-то. Что сделать для твоего самодостатка, самобытия, чтобы ты был независимым, самобытным, как говорят? У тебя проблем, ты работу потерял, я помогу найти тебе работу. Я и раз, конечно, дай сначала кусок хлеба голодному, но ты постараешься сделать все, чтобы решить проблему этого человека на корню. Мы хотим, чтобы наши нормальные люди, я, конечно, говорю не о людях с поврежденным умом, они хотят, чтобы другие люди были свободными. Люди, которые хотят, чтобы от них зависели, это люди с поврежденной природой, с поврежденными мозгами и сердцем. Они не любят вас, они не желают вам счастья. Кто слышал мои проповеди, я всегда хочу, чтобы вы выросли. Я был бы даже рад, чтобы вы меня перестали слушать. Но на самом деле мы слушаем друг друга еще из любви. Конечно, уже даже будучи просветленными, познав друг друга, мы уже просто сорадуемся вместе. Это радость общения. Но, конечно же, я хочу, чтобы вы, как и я, когда-то сказали, я есмь. Я знаю, мне ничего не нужно. Я сам могу ответить на каждый вопрос.
Я знаю, что такое истина, я знаю, что такое добро и зло. Я могу рассказать тебе, дорогой человек, который попался на пути моей жизни. Это великолепное состояние, я сам вам свидетельствую. Я прошел тоже долгий, интересный путь познания истины. Конечно же, мне пришлось отречься от всего, но я послушался слов Господних и ни разу об этом не пожалел. Оставив все, я приобрел. Даже слова такого нету. Я приобрел все во всем, наверное, так, да? Как Господь и говорил, думающий, что оставляет один дом, приобретает сотни. Думает, что оставляет там одну маму, родителя, приобретает еще больших или друзей, да? Все действительно сбылось по слову Господню. И действительно я стал самодостаточным. Я больше не нуждаюсь в поисках, где там истина, там или там, кого-то слушать, читать толкования в книгах, в бумажках, в людях, даже в Боге, представляете? Я знаю, что Господь, слушая мои речи, всегда радуется, потому что я стал, как Он. Это здорово, и каждый человек, я стал так, как Он, и я теперь хочу таких же сделать, и я не хочу, чтобы эти люди были мне, даже думали, что они мне чем-то обязаны. Это не потому, что я неблагодарный Богу, это потому, что нормальному человеку будет неприятно, если кто-то от него зависим, если кто-то чувствует, что он должен кому-то что-то. Чувство долга – это ужасное чувство. Все, что человек должно остаться, простая, чистая, совместная благодарность. Вот и все. Возвращаемся к теме ролика. Домашние животные. Это, конечно же, плохо. Одомашнивание вот этих вот животных, в которых после потопа, вообще-то он уже во время всего этого периода от сотворения человека до потопа поселялся из злодеяний человеческих в отношении природы и человека, и животных, страх к нему и ужас. Мы этот страх и ужас, вместо того, чтобы изменить на любовь, пострадать немножко, даже в том, что мы теперь обделены этой любовью природы и животных к себе, и немножко поскорбеть и пострадать за это, мы что стали делать? Насильно одомашнивать животных. Вы думаете, их одомашнили без клеток? Вы думаете, хоть одно домашнее животное стало домашним без клетки? Скажите, пожалуйста, зачем оно пойдет, зачем кабан пойдет с леса, в котором все есть, и Бог питает каждую птичку и заботится о каждой маленькой перепелочке, зачем ему идти в клетку? Зачем ему идти к человеку? У него все есть вокруг. Он обрастает шерстью, когда наступает зима, Бог дает ему и кровь, и питье, и одежду. Сейчас это кажется так, что некоторые домашние животные души не чают в человеке. Бог просто меняет природу человека и всего мироздания так, чтобы мы хотя бы с ума просто не сошли. Но кто зрит в корень, как это говорят, тот все понимает, как все это произошло и каким образом до всего этого докатилось. Мы не хотим законным путем вернуться в рай и уж тем более взойти в небесное царство. Сейчас я скажу, как это надо сделать. Я просто еще раз хотел, чтобы в ваших головах усело, что, конечно же, от домашних животных это было точно такое же насилие. Это было противозаконно, это было сломлением воли, это было искусственным, как у нас, знаете, что такое экономические кризисы в человеческих мирах бывает. Это было искусно создано голод, когда животное посадили в клеточку, и человек стал его кормить, и якобы о нем заботиться. Да. Все это было сделано искусственно. Конечно же, он был посажен в холодную клетку, и человек стал его укутывать, хотя в природе. У него были норы, которые и обрастал он шерстью, когда он мог прятаться где-то и скрываться. Я надеюсь, что все подобные еще какие-то все будут вопросы, вы сами себе найдете ответы. Если хотите, пишите комментарии. Смысл очень понятен. Я вам уже дал такую вектор, что на самом деле ни один нормальный святой человек не хочет, чтобы кто-то от него зависел и кто-то считал ему себя должным. Что же нужно сделать? Я просто очень часто сейчас в интернете, особенно как веган, вижу видео, где создаются в разных уголках нашей планеты, пусть и мире, и во зле, веганами, светлыми людьми,
в моем понимании святыми приютов для животных. И вы сейчас скажете, что да, подумайте, что я их осужу. Нет, этих людей я действительно почитаю, уважаю и считаю, что они делают правое дело, но это временные. И, кстати, я от них же слышал, вот от многих этих людей в этих роликах, я слышал, что эти люди все понимают. Они могут быть не христианами, не знавшими, как я, там, книги «Бытие», да. Но они все понимают, потому что Бог им все открывает за их любовь, потому что они и есть сама любовь, и Бог в них открывается и сердцем, и мозгами, и мыслями, да. Они все понимают. И они сами говорят, что все это, конечно, это лишь ихняя попытка внести хоть капельку света в жизнь тех, кому предстоит страдание и мучение. Но они прекрасно понимают, что все эти животные хотят жить на свободе. Я реально от них это слышал, видел в видео и понимал, что эти люди все понимают. Поэтому, конечно же, те видео, которые я видел не раз во многих в разных странах, я видел, как вот создают такие люди приюты для животных, это очень благое дело. Кто, кстати, с дикой природы, вот есть вот эти, как бы называют, реабилитационный центр, или как это называют, ну, кто действительно, у нас есть всякие лесничества там, кто за какими-то пораненным животными там их выхаживает, или еще что-то, и потом отпускают, это все, вот это благие дела. Когда люди творят добро в мире, где происходит зло. Но это все временные меры, и, к сожалению, в проекции в вечность, о чем мы сегодня же говорили, конечно же, Царство Небесное такое невозможно быть. И как я надеюсь, у меня получилось вам раскрыть тему и показать, и вы все это на своей шкуре прекрасно знаете, что никто не будет счастлив без свободы. Что же нужно сделать? Конечно же, мне тоже хочется домашних животных. Почему? Потому что мне хочется любить и быть любимым. Но вы знаете, я в жизни понял простую вещь. Я должен смириться, как бы мне не хотелось этой любви, и, так скажем, принести свою жизнь в жертву покаянию, так называемому, да. Я верю, что если Господу будет угодно, ко мне будут приходить и так называемые дикие животные. Вот сейчас я снова поселился в селе Коршево в Воронежской области, в Бобровском районе, где прекрасная природа. Вы думаете, у меня нет соблазна? Конечно, есть. Потому что я люблю Бога во всем его проявлении, мне, конечно, хочется. И я вот понимаю, почему я, кстати, эта тема еще мне так опять близка стала. Знаете, когда живешь в квартире, это вообще там, я не думаю, что много нормальных людей решаются в квартирах заводить кого-то там, да, это действительно для самого каторга и вот для этих животных. Животные не живут в квартирах, какие бы они ни были, птички, попугайчики, они все живут на природе. Всех их когда-то, я, может быть, забыл сказать, еще раз про одомашнивание все-таки вернусь. Подумайте, как всех одомашнили. Их переводили из мест их неестественной среды обитания, они становились беспомощных. Вот так они превращались в ручных игрушек. Их забирали оттуда, где у них все было, где их природа соответствует тому, где они живут. Конечно, я говорю, я сейчас буду говорить, как из этого выходить. Конечно же, когда ты привез какого-то варана, заказал его за $1000 с пустыни, привез его себе в московскую квартиру, ты скажешь, что ж мне тебе его выкинуть? А зачем ты его привез? Вот вам ответ на вопрос. Мы грешим, и потом не хотим никакой ответственности. Мы не хотим отвечать за это. А кто тебя просил покупать варана? Скорее всего, у контрабандистов каких-нибудь. Из какой-нибудь пустыни Сахары. Разве он должен жить в московской квартире? Будь любезен теперь, отвези его обратно. И таких примеров полно. Все, что мы делали, я говорю, делали мы искусственно. Мы все сами это сделали. И это еще зло зачастую называем добром, к сожалению. Вот это вот, что я хотел сегодня развеять этот миф и разоблачить его. И поэтому все эти приюты, кто, конечно же, сейчас сделает, возможно, я вот, кстати, сделаю такой же приют. Не знаю, мысли такие есть, да, потому что, конечно же, если где-то обращаются жестоко с животными, где-то хотят кого-то там убить или действительно их там мучают, может быть, что-то получится такое. Я бы хотел такое сделать, но человек должен... Но конечная цель, я хочу сказать, да, что человек должен отказаться вообще от домашнего животных. Человек должен всех отпустить на вольный хлеба. Всех. Если мы оставляем кого-то в приютах, думая, что они не выживут в
природе. Мы действительно должны их либо стерилизовать, как бы сейчас это ни звучало, либо просто не давать им больше размножаться. И это не так жестоко, кто-то подумает, где же тогда любовь, там жизнь, Бог есть жизнь. Слушайте, человек, у многих из них уже были и дети, и они размножались. Человек тоже рожает одного-двух детей и специально потом не рожает, допустим, и ничего. У меня вообще нет детей. Это не так страшно, да? Мы должны что-то изменить, и это изменит нашу жизнь. Мы должны доходить за теми, почему я говорю, вот эти все приюты, это благое дело, доходить за теми, конечно же, кто остался, я не призываю ни в коем случае их там убивать всех, отправить на бойню. Вот именно мы в искуплении своих грехов должны доходить за ними, действительно, ухаживать, заботиться, кормить их, уж кого мы приручили. Но ни в коем случае не плодить это, а уже пусть они плодятся в природе под Божьим покровом, где Бог сам решает, кому и сколько рождать. Бог только регулирует эти процессы. Мы слишком много на себя взяли того, над чем мы не властны. Наша гордыня, тщеславие, безумие, тупость и бессердечие и создал этот мир. Все зло, которое в мире есть, это все дело рук человеческих. Рук, ног и тупой головы, бессердечной тупой головы. Или безумного сердца, как хотите. Вот так вот. Все очень просто. Конечно же, все, что я говорю, особенно ту и конечную иллюзию, это, многие говорят, утопия. И вы знаете, я готов вам признаться, что так и есть. Я верю и в книгу Откровения о том, что человечество и до второго пришествия Христа не возьмется за голову. Оно будет таким же тупым и бессердечным. Но люди светлые и святые, я считаю, должны от этого отказываться. Ни в коем случае, ни в какие квартиры, даже в частные дома мы должны отказаться от, так скажем, одомашнивания животных. Я верю, что Господь, я говорю, если захочет тебя утешить, как плачущего на дороге ребенка, он к тебе подойдет и кроликом, и зайчиком, и осликом, и птичкой прилетит. Много, знаете, в интернете картин тех же самых православных, там, католиков, кто знает, там, Франциск Ассизский, что он там с животными, животные типа облепляли, Серафим Саровский у православных и прочие так называемые святые всяких разных сект христианских, другие религии, буддийские. Многие говорят о взаимоотношениях, что чуть ли не от дружбы человека в разных временах, когда они достигали святости с животными. Я думаю, кто знает эти секты или какие-то религиозные культы, понимает, о чем я говорю. Это есть и в буддизме, там, в любом, каком угодно, да. И в язычестве, так называемом, в древних народах. То есть были многие люди, у которых были друзья животные, которые действительно способны были и сами жить в дикой природе, но при этом приходили и разделяли с человеком что? Любовь, радость, ласку. Вот. Это, их не надо было приручать, над ними не надо было господствовать, над ними не надо было, так скажем, вот именно властвовать только за счет того, что ты от меня зависишь. Я тебя кормлю, я тебя пою, я тебе даю кров. Вот так вот. И я верю, что человек в этом мире, несмотря на то, что он все равно скатится в тартарары, должен быть светом. И вот это вот такая вот жизнь, мировоззрение, прежде всего, потом жизнь. Соответственно, этой жизнью ты уже светишь и словами проповедуешь дальше. Это единственный путь в небесное царство. Во-первых, ты ощутишь полную свободу сам. Будучи сам свободным и счастливым, ты сможешь сделать таких вокруг себя людей и животных. А уже дальше Господь исправит. Если ты действительно достигнешь этого, Бог вернет тебе райское состояние еще здесь на земле. И к тебе просто побегут со всех лесов, возможно, эти животные. Вот так вот. Такое вот мое мнение по домашним животным. Итак, 45 минут. Я думаю, что я достаточно раскрыл эту тему. В принципе, пишите комментарии, задавайте вопросы, свои мысли тоже оставляйте. Я с радостью все почитаю. Может быть, я что-то упустил, кто-то из вас что-то добавит, раскроет еще. Но если у кого-то будут здравые, даже критические мысли, я тоже их переосмыслю. Вот. Возможно, будет какой-нибудь еще ролик дополнительный после такого видео. Но я убежден в этом истине и в пути по этой истине. Другого пути просто нету. Потому что понять, я вам говорил уже, любую область жизни раскрыть очень легко через истину. А она в трех
неразделенных, так скажем, ипостасях и сущностях божества. Это любви, свободе и бессмертии. Вам раскроется любая тема. И вот домашние животные, одомашнивание так называемое, любвеобильное. Животных, да, это все зло, некогда творенное человеком. Он решил кого-то убивать, кого-то пожирать, кого-то на шкуры разделывать, над кем-то смеяться, веселиться, кого-то, да, в цирках эксплуатировать, кого-то якобы себе для ласки решил, да. И он вроде как любит животных, одного гладит, другого забивает. Это все ад. Ад в прямом смысле слова. Вот так вот. Закончить хочу на хорошей ноте. На какой-нибудь, не знаю, на какой при таких разговорах можно закончить хорошей ноте. Я желаю всем, кто слышит это видео, если вы творили беззаконие в отношении животных, я хочу, чтобы вы в этом покаялись. Покаяние – это значит прекращение зла и сколько можно начинание творения добра. Кому понравилось видео, ставьте лайки и поделитесь им с вашими родными, друзьями, знакомыми или просто людьми, или просто распространяйте где-нибудь. Мир станет светлее только тогда, когда мы будем что-то делать, светить. Вы знаете, после этого ролика я запишу еще один ролик. Я часто все равно говорю о заботе о природе. И это, кто особенно последовательно смотрит мои видео, будет как раз очень назидательно. Вот именно то, о чем я немножко чуть не забыл, но потом вспомнил и сказал. Именно то, что мы или выдираем животных, именно силком выдираем их из их естественной среды обитания и делаем немощными, или прямо уничтожаем их среду обитания. Вот об этом я и поговорю. Поэтому защита именно природы, не творение в отношении зла, и наоборот, сколько можно превращать ее все в лучшую и лучшую сторону, это и будет такой же еще одной косвенной заодно заботой и о животных. И тогда мы все будем в гармонии. Вот следующий ролик я посвящу любви к природе, так называемой, ну не живой, как хотите ее больше называют. Живой называют вроде как души живые, только почему-то многие эти души не видят, не слышат и не любят. Пока-пока.